всем. Сбежали мы от жары. Внизу 32 градуса, здесь 18. Прохладный ветерок дует. И вот такая вот здесь красота. Это место называется Бельведеры. 17 лет назад, когда я первый раз сюда приехал, ледник был вот на этом месте примерно. Сейчас он уже ушел вот туда. Очень быстро. Кто знает, через 20 лет куда он пойдет. Сейчас пойдем вовнутрь, все это снимем. Нет. Вот такая красота здесь. Мокро. Мокро? Ну, мокро, да. Холодно теперь, нет? Не холодно? Мокрый? Да, конечно. Дырочку, да? Здесь уже совсем прям застал. Еще десяток лет, и все уже у них будет. Смотри, как вода потом. Ну да, да, это все водичка. Красота. Ну вот, уже жену потерял. Где ты?
Вообще клево, да? Ha, ha, ha.